Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, сегодня поиграем в игру, которая называется Metal Slug Commander. Game Start. Так, загрузочка пошла. Это у нас новиночка на iOS. Так, ну что, опять, как обычно, нападают немцы, да? Ой-ой-ой-ой-ой, все захватили. Ну да, куда же без этих хламонов. Так. Типа сейчас будет высадка, да? Наших войск. Скорее всего. Угу. А вот, наверное, и наши бравые ребята. Ну, естественно, куда же без них-то. Понеслась. Фига. Фига они тут вчетвером устроили. Неплохо, неплохо, я тебе скажу. Так, четверо героев против армии немцев. Ну что же, давайте посмотрим, что эта игра из себя представляет, друзья мои. Очень интересно, почему она играется вот в таком окне. Не полноэкранная она на самом деле. Так, ладно. Тут у нас какой-то челлендж, я так понимаю. Тут все по-английски, можно это пропускать. Нам это не интересно. Нам интересен сам процесс. Ну, а, вот, тут скип можно. Ну, в принципе, фиг знает, вдруг что-нибудь интересное здесь пропустим. Так, это у нас Марко. Да-да, один из главных персонажей. Тарма. А вот Тарму я не помню. Ну, в общем, у них тут диалог. И, судя по всему, наше первое задание. Так, кликните на персонажа. Окей. Так, челлендж начался. Так, а что я должен делать? Все в автоматическом режиме, что ли, происходит? Так, кликните. Кликаем. Ну, нифига. Это чтобы одного солдатика завалить, столько нужно манипуляций сделать. Зашибись. Ладно, mission комплект. Ну, все равно, ребята, это, как мы знаем, обучение идет. Так, ладно, они тут, как всегда, что-то болтают. Следующая, да, миссия, типа? Ну, выбираем, предположим. Рекрутинг, то есть найм. По-моему, новый персонаж у нас сейчас появится. И это... И это... Ух ты, это Фио. Ну что же, я только рад, друзья мои. Тем более, это эпическая карта, судя по фиолетовой рамочке. Так, что мне с ней делать? Скажи мне теперь на милость. Мне ее куда-то взять? И что? Что вообще? Ага. Так, идем сюда. Компания. Челлендж, опять же. Сейчас, скорее всего, нам покажут, что это Фио может делать. Вот такая она у нас с автоматом, все дела. Ну что ж, давай посмотрим. Так. Это и есть Фио, что ли, я так понимаю, да? Поставим с тобой. Вдвоем они теперь тут. Да-да-да, я понял. Фио активируется. И что она делает? Нифига! Так, ты извини меня, это просто имба какая-то. Она взяла просто всех молнией, шарахнула и все, ребят. Никому не дала шанса. Но может быть это просто поначалу так? Ух ты. Тут какая-то тачка у нас будет. Скорее всего, нам нужно будет ее собрать. Так, юниты. Так, только не говорите, что я еще его могу прокачать. Конечно же, апгрейд идет, друзья. Как же без апгрейда? Только я пока не могу понять, к какому жанру относится игра. Так, опасность. Ё-моё. Формер. Это, я так понимаю, вражеский танк? Ага. То есть в данный момент у нас два персонажа. Общее количество можно выставлять до 5 юнитов. Ну что ж, давай челлендж. Ага, показывают, что переставить нам нужно Фио на задний план. А почему? Так, смотри внимательно. Вот он танк. Давай сделаем так. А если еще вот так? Ну это трэш, конечно.
Фью это что-то с чем-то. Это просто имба, друзья. Так, мне впечатление такое сейчас было, что мы получили с тобой нового персонажа, когда получали дроп. Могу, конечно, ошибаться. Нет, я не ошибаюсь, это у нас Нора. И, судя по всему, это огнеметчик. Так. Файл операции. Ну, нажимаем. Так, мы получили, я так понимаю, этого персонажа плюс 40 гемов. Жалко, конечно, что игра на английском языке. Может быть, тут, конечно, есть русский, надо будет потом посмотреть. Так, а это у нас кто такой еще? Что за хмареныш? Так, кликаем сюда. А, стоп. А что же я должен сделать? Я выбрал персонажа, может быть, нам как-то объединить? Нет? Выберите... Чего? Выберите кастомизацию? Окей, выбрал. То есть я их троих объединяю, да? И что бы это значило, друзья? Судя по всему, она получает апгрейд. Так, операция файл 2. Допустим. Это у нас Ревард. Так, деньги нам дают, гемы нам дают. Окей. Файл операции следующий. Короче, ребята, идем на челлендж. Пока обучает, но обучение какое-то очень затянутое и, честно говоря, для меня непонятно. Но я вижу, что у нас есть огнеметчица, вот она идет. Ох, нифига, что она будет делать? Ты серьезно? Ты посмотри, что ты... Ну-ка, дай-ка я вот так сделаю. Ну, легче пареной репы. Слушай, по-моему, нам там выпал танк. Да? Фью, что скажешь? Или мне показалось, что там танк был? А, все, ребята, мы с вами находим определенные детали для нашего танка. И мы все-таки его собрали. Это СВ-001. Новиночка. Так, значит, все-таки мы собрали с тобой, получается, танк. Забираем за первый день награды. Идем сюда. Стартовый тест. Так, допустим. Еще можно его и улучшить даже. Ну, ладно, давай еще улучшим. Еще и еще. Грейт. Так, ну что, друзья мои, танк у нас, судя по всему, улучшился, да? И он еще и добавился в наш основной состав. Ну что же, следующий файл операции. 30 гемов мы с тобой забираем. Так, теперь... Файл операции 4. Сколько здесь вообще будет таких файлов операций? Видимо, 10, да? Это как бы идут файлы обучения. Ну что, опять челлендж. И погнали, друзья. Так, берем танк и выставляем. Что? Меняем местами? Ага, понял. Поменяли местами, друзья мои, поехали. Как это все будет выглядеть? Так, нажми-ка на ультимейт. Неплохо, неплохо. Давай-ка я вот так еще сделаю. Теперь еще вот таким вот образом. Жарко из противников, просто. Так, слушай, ну я тебе скажу, что неплохо, неплохо. А что будет, если у нас какой-нибудь персонаж, например, погибнет? Мы проиграем или что у нас от этого случится? Неизвестно. Так, юнит. Судя по всему, она может... Да-да, она может улучшиться. То есть мы ее апгрейдим. 5-й уровень она зарабатывает. И теперь... Так, забираем с тобой кристаллы. Честно заработанные. Давай-давай, забираем. Так, следующая операция. Мы тоже забрали с тобой награды. Так, что такое? Гемы? Нет, челлендж. Челлендж, друзья мои. То есть очередная миссия. Ну, видишь, тут тоже у них танки. Тут какие-то, я не знаю, арабы на верблюдах. А что, если я сделаю вот так?
Даже вот так вот. Потому что эпики должны быть спереди, согласись. Потому что они эпики. Давай проверим. Так, а ну-ка, танкуля бомби огнеметом. Все четенько, все у нас великолепно. Просто расколбас. Да, это, конечно, что-то с чем-то. Так, ботинки, бинокль, всякие штуки, плюс голду зарабатываем. И все это для чего-то нужно. Так, а это что такое у нас? Звание для кого-то, что ли, мы получили? Видимо, можно будет на кого-то потом кликать. Так, смотри, здесь тоже можно апгрейдить. Потом, скорее всего, они будут улучшаться, у них будут появляться новые навыки. Здесь, смотри, здесь есть еще определенные квесты. Вот я нажимаю на квест. Ага, это выполнено, то есть я забираю награду. Так, ежедневные квесты тоже у нас с тобой выполнены, поэтому заберу наградой. И, как видишь, открываются у нас еще сундуки. Так, часы какие-то, деньги, это все понятно. Недельный квест. Почему-то именно патроны получаем. Сундук же вроде бы как, да. 8 часов получаем с тобой какой-то рюкзак. Можно так его назвать, наверное. Окей. Так, что у нас еще? Подожди, по квестам что-то еще у нас горит. Но я вроде бы как все забрал. Интересно. А что же тогда им тут надо? Так, мировая карта. Инвентарь. Может быть, здесь нужно? Ага, аккаунт. А что такое ивент? Ох, ё-моё, ты посмотри. Если мы с тобой пройдем ивент, судя по всему, получим нового персонажа. Вот эту вот девчулю с мечами. Ага, и здесь тоже. Ну вот это я уже, по-моему, нет, только сейчас я это забрал. А как, интересно, вот этого вот рекрута получить? Давай попробуем. А, вот оно что. Короче, ребята, мы с вами зарабатываем гемы, да? Вот сейчас я могу потратить 300 гемов. И, возможно, выпадет нам шанс с тобой кого-нибудь получить. Давай проверим. А вдруг нам выпадет новый персонаж? Так, кликаем. И это... Это еще что такое? Трехзвездочный, я даже не знаю, как-то... Краб, не краб, таракан, не таракан. Фиг поймешь, ребята, если честно. Я еще разочек кликнул. Попробуем еще кого-нибудь вытянуть. Так, и здесь нам выпадает... Это еще кто такой? Тоже, ребят, трехзвездочный, не знаю. Какой-то солдат, судя по всему. Так, ладно. Ну что, следующая операция, короче, ребят. Челлендж. Так, смотри внимательно. Вот наши новоиспеченные бойцы. То есть, если я хочу глянуть, например, вот на этого. Ох. Смотри-ка, он на бурильной такой установке. А кто же тогда вот этот тут такой? Ну-ка. Смотри, какой-то пришелец, его по-другому не назвать. Смотрите, тут данжер, говорят, опасность. И чувак 12 уровня. 12 уровня, а мы с тобой 5 уровня. Так, подожди секунду. Давай вот эту тараканью уберем. Поставим буровую штуку. И как мы здесь с тобой сейчас будем бомбить, я не знаю. Мне, наверное, надо было их прокачать. Ну, фиг знает. Давай попробуем сделать челлендж. Вон он, этот гаденыш. Мощный. Так, танкулька, надеюсь, меня выдержит. Поехали, пора с ними тут завязывать. Так, сюда бомбим. Воу. Так, молния. Слушай, а мы убили этого противника, который был опасностью для нас. На тебе, шикарно. Все, завалили всех. Кучу всяких наград понаполучали. В общем, двигаемся с тобой дальше. Так, что у нас тут? Следующая операция выполнена. Ну, естественно, мы получаем с тобой гемы. Так, здесь что нам? Тоже апгрейд. Друзья, делаем апгрейд. Я так понимаю, над всеми, у кого есть вот эти вот восклицательный знак, они все могут апгрейдиться, да? Я прав.
И тратится у нас с тобой так. Ух ты. Мы с тобой получаем новый скилл для нашего танка. Я его изучаю. Так, можно дальше апгрейдить. То есть на 10 уровне каждый боец получает скилл. Интересно, что будет у этой барышни. Так, 8, 9, 10. Флеймкоры. Не знаю, ребят, но хочу выучить. Пускай будет. Так. Это у нашего огнеметчика. Давайте теперь попробуем у Фио что-нибудь прокачать. Денег пока хватает. Спарк бластер. Ну, видимо, какой-то бластер, друзья мои. Так, тоже выучим. Ну, давай тогда уже и у нашего главного персонажа. Что, не хватает, да? Не хватает, друзья мои, у нас опыта. Но, тем не менее. Так, погнали-ка дальше. Тут-то что у нас показывается? Так, есть боссы. Ну, естественно, с них награды, это понятно. Здесь для меня ничего новенького. Упс. Ноп, 03. Сарубия. Это новый противник. Так, а почему тут надо именно вот так обменять? Почему вот они это решают? Видимо, она эффективна против танков, что ли? Я могу так понять? Авто. А, тут есть, ребята, автобой. То есть мы нажимаем свой на авто, и они все делают сами. Я тебе скажу, что это хорошо. Это упрощает нам. Это все нам дело упрощается, да? Так. И последнего чувачка. Опа, все, зажарили мы его. Там какой-то вертолет еще пролетел, непонятно откуда. Слушай, по-моему, сейчас персонаж будет новый. Или мы с тобой получаем куски на этого персонажа, да? Вон, видишь, барышня есть. Так. Да, что-то у нас, видишь, награда. Ух ты, ух ты. Неужели мы получили нового персонажа? Ну тут понятно, тут награда. Гемы забираем. Опять забираем. Но это за выполненное задание нам, естественно, дают награды. Все-таки персонаж у нас новый. Да, и звать ее Мидори. Нам говорят, улучши Мидори. До десяточки хватит, как думаешь? Вполне. А вот чтобы поднять ей скилл, к сожалению, нужны вот эти вот фиолетовые нашивки. Ну ладно, допустим, да? Переходим опять с тобой в компанию. Челлендж. Судя по всему, нам нужно будет ее взять с собой, да? А вот если я ее возьму, то вместо кого? Может быть, вместо буровой вот этой установки? Вот ее убрать, а эту девчулю поставить. Проверим. Она с музыкой идет. Музло слушает, понимаешь, в наушниках. Ну, воу-воу-воу. Неплохо такой она. Тихо. Салютик она устроила. При этом еще и хиляет нас кто-то. Вау. Слушай, вот эта вот огнеметчица, это что-то с чем-то. Конечно, она бомбит не кисло своей вот этой штукой. Мне нравится. Делает такую змею. Так, что тут? А-а-а, так у нас здесь еще и собирает. Они как бы воюют, да? Значит, офлайн здесь есть. То есть мы как в АФК. Знаешь, игруха АФК есть такая. То есть мы, даже когда вне игры, мы все равно что-то с тобой дозарабатываем. И это круто. Ты, главное, пиши, как тебе эта игра. Я думаю, что ты, наверное, тоже много чего не понял, как и я. Но если у тебя есть желание посмотреть и разобраться в ней дальше, то пиши об этом в комментариях, и мы в следующей серии обязательно будем играть и разбираться еще лучше. Так, ну что, опять у нас с тобой челлендж. Я не знаю, через сколько там уровней у нас босс, но почему-то постоянно... Ох ты! Горилла Варио. Скорее всего, Вариор, да? Хм. Так, и в чем у них опасность? Я не знаю, их можно как-то... Ага, они дают бонус к атаке. Давай-ка мы глянем, как это все у нас будет выглядеть.
Ох, ничего себе, они бьют задние ряды. Вот это да. Вот это, друзья мои, нежданчик. Они просто взяли, перелетели через все мои главные вот эти вот ряды, танки и все тому подобное, да? И уничтожили. Вот так вот. Кто бы мог подумать? Я, например, не знал. Ха. Теперь я буду знать, на что они способны. Вот так вот. Так, а здесь-то что? Ага, что-то новое у нас с тобой открылось, да, получается? Ох, ё-моё. Это сейчас нам столько ячеек откроется. Ну, поехали. Так, давай начнем с этой. Или тут... А, открыть все. Вау. Ну, нифига тут. Хорош. Так, я хотел зайти в настройки и посмотреть, есть ли тут русский язык. Хотя мне кажется, что вряд ли он здесь будет. Где у нас тут чат, я вижу. Логистика, чат. Сеттинг. В сеттинге я вижу только музыка. Звуковые эффекты. Да, друзья мои, нету, по-моему, здесь у нас, чтобы поменять язык. Идет по умолчанию, да? Да. Ну, ничего с этим не поделаешь, друзья. Так, забираем с тобой гемы. Да, гемчиков мы с тобой заработали не слабо. Плюс вот эти ешечки, деньги. У нас что-то там на адрес, кстати, пришло. Давай, наверное, посмотрим, что у нас вот здесь вот. Выполнили задание. Еще один сундук открываем. Какие-то билетики. Что, куда, для чего, пока не пойму. Так, здесь тоже у нас открывается сундук. Шестеренки. Так, и здесь 20 тысяч монет мы с тобой забираем. Так, смотрим, что у нас тут. Инвентарь. Вот что это такое? Вот, объясни мне вот. А, юзать. Ну, например, юзаем. Понял. А вот это вот, если что у нас, если мы юзаем. А что дает сундук? 8 часов дает золото. В течение 8 часов. Угу, вот оно что. Так, что у нас здесь? Забираем награду, которую нам прислали на почту. Кстати, ты видишь, у нас фиолетовый сундук есть, который мы с тобой, естественно, можем, видимо, сейчас открыть. Так, комплит. Как всегда, тут дают нам очень много чего. 300 гемов. Это, видимо, за предвариловку. Да, ребята, я был на нее подписан, на эту игру. Еще, наверное, за месяц до того, как она выйдет. Поэтому, видимо, мне дали сейчас награды. Плюс мы с тобой можем вот здесь вот забрать, что наши бойцы насобирали. Так, тут по юнитам. Что, можно сделать прокачку? Но их тут дохренище, я так понимаю, будет. То есть, раз, два, три, четыре. Четыре редка. Вот это кто такой? Арабский боец. Офигеть. Арабский боец у нас есть. А это-то кто такой? Ловли мумии. Офигеть, с какого припуга здесь еще мумии у нас ловли появляются. А это кто? Ахумейн Конга. Зашибись. Слушай, а смотри, а вот эти вот одинаковые, да? Мело 1. И смотри, и Мело 2. А зачем? Их как-то можно объединить или еще что-нибудь с ними сделать? Не знаю, я вот по своему, ребята, знаю статусу, что лучше всего прокачивать, естественно, эпиков. В любой игре, если есть эпические бойцы, естественно, их прокачивай. Так, ну что, можно, в принципе, пойти дальше на поединочек. Компания, челлендж. Ну, я не вижу, чтобы здесь какие-то были проблемы. Прыгунов нету. Да. Погнали. Ничегошеньки, абсолютно ничего сложного я не вижу, ребята. Тем более, я поставил на автобой, как ты видишь, они сами все активируют в нужный момент, как только идет по откатам. Так что в данный момент ничего
сложного нету. И вот это вот, наверное, немножко расстраивает, что ничего сложного нету. И от тебя здесь, по большому счету, ничего не зависит. Что тут у нас? Вот это что такое? А-а-а, вот оно что. То есть, все-таки, если у тебя есть двойные персонажи, их все-таки можно объединять. Вот оно как, да, получается. Угу. А вот этих вот я могу, например. Вот, смотри, вот так вот мы делаем. И... ага, не хватает каких-то материалов. Каких, пока не знаю. Не могу понять, каких материалов не хватает. Тут еще будет командный центр, архивы, лист рангов. То есть ранговый легион, естественно, будет, значит, да. И Arms Dealer. Не знаю, что такое Arms Dealer. Так, ну здесь можно апгрейдить чутка. Все, финансы закончились. Ну что, челлендж, очередной челлендж, ребята. Какой-то робот. Юпитер Кинг. Король Юпитера. А, так это уже сюжетка пошла дальше, да, у нас? Окей. А, так это босс. Это босс, друзья мои, смотри. Так, подожди, кого мы с тобой возьмем? Ну, понятно здесь, так. Танк, наверное, все-таки лучше сюда поставить спереди. Смотри, у нас, кстати, нужен новый боец 21 уровня на каком-то роботе. Девчуля, видишь? Так, на четвертую позицию возьмем нашего эпика. А где мой солдатик-то? Так, подожди, первый уровень. Но он же у меня далеко не первый уровень, он же был 8-го. Ну, я возьму тогда, наверное, вот эту девчулю. Ну что, давай посмотрим. Йоу! Так, что она делает? Нифига себе, этот Юпитер, ты посмотри, что творит. Там бомбит. Ну, в стиле Metal Slug. Все прекрасно знают, на что там способны боссы. Ну и что творит. Так, ну мы разобрались с этими шавками. Так, делаем фейерверк. А фейерверк, кстати, когда она бросает, это идет от хил. Мы, оказывается, можем с тобой все смещаться. То, что мы с тобой стояли на одной линии, да, это все ерунда. Мы завалили с тобой босса этого. Вот что тебе могу сказать. Не такой он уж и сложный был. Я бы даже сказал, ватненький. Ну, не знаю, ребят, как вам, ну, такое, да? Непонятное пока вообще, вот, если честно. Все как бы делается за тебя. Так... Немезис. Ага, первую часть мы с тобой прошли. И, как я смотрю, мы переходим с тобой на вторую часть. Вторая часть игры. Немезис. Угу, так она и называется. И у нас с тобой открывается командный центр. Что в этом командном центре делается? Так, конфирм. Принять. Апгрейд сукет фул. Ну и что? То есть, кого будем... так тут еще вот что, друзья. Тут еще, оказывается, есть снаряга. Кто бы мог подумать, а? Кто бы мог подумать, что здесь еще будет и снаряга. То есть, вот так вот мы ставим самое лучшее. Самое лучшее все, что у нас есть. Здесь то же самое делаешь. Так, ну это показываются скиллы. Это показывается история этого юнита. Так, что у этой девчули? Можно, например, выставить. Давай, все на автомате. А вот что такое лут, вот это вот, я не знаю, ребят, какие-то пустые. Можно, наверное, туда либо что-то положить. А как вот бойца мне? Ага. Бойца мы с тобой вот так вот принять. Конфирм, да? Точно. Только куда вот я их принимаю, пока без понятия. И причем здесь не все бойцы, которые у меня есть, а избранные какие-то. Так вообще, что как будто они у меня пойдут к
куда-то прокачиваться. Почему такое вот впечатление складывается? Видишь, восьмой уровень. Хотя они здесь все первого уровня, но почему-то они становятся вдруг восьмого. Так, а это что еще тут? Заточить? Странно. Странно немножко, да? Ну, давай посмотрим, что у нас тут следующим будет за поединок. Так вообще, что тех бойцов я просто-напросто отправил на учебу. Ох, ё-моё. Алин. Это против нас, судя по всему, да? Это новый, видимо, враг будет в этой игре. Что тут такое? Регулярные армии. Так, ну и что? Так, так, сделаем. Давай, наверное, вот так поставим сюда и вот так. Посмотрим. Давай, 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 бомби. Ага. Еще вот таким, хоба. Ну, я тебе скажу, вообще беспроблемно. Беспроблемно. Как-то все вот легко, ребят. Ага. Опасность. Барбелм. Это еще что за демон? Сколько перепуга тут демоны делают? Ага, щиты еще на них поставил. Замечательно просто. Там обезьяна. Так, ну, что мы с этим боссом сделаем? А ему уже крышка, в принципе, босяцкому этому. Так, хиляемся, естественно. Правильно делает, что он отхилку. Так, ну этим мы пробили, как ты видишь, защиту. Теперь их просто остается разобрать. Все, нашим бойцам это без проблем. Mission complete. В общем, все идеально. Да, друзья мои? Идеально. Так, тут еще ивент у нас горит. Стартовый тест какой-то. Ага, все-таки можно получить эту девчулю, но, видимо, нужно выполнять определенные задания. Так, мы можем с тобой вот так вот сделать, да? Еще 10 штучек с тобой сейчас глянем. Так, открываем. И... открыть все. Ага, вот и обезьяна с автоматом, которую я видел. Окей, можно еще тут открыть. По-моему, 3 штуки еще осталось. Так, это пропустить можно, чтобы не смотреть, не тратить наше время. Это чувак на буровой установке. Так, здесь кто? Ага, обезьяна. Ютон. Вот звать какую-то обезьяну-мартышку. Окей. Ну вот. Как-то вкратце так. Ну что, друзья мои, а на этом, пожалуй, мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.